Очередной день недели высокой моды Аспара Fashion Week был посвящен памяти известной модели Аллы Ильчун. Девушка с казахскими корнями прошла простой путь от хозяйки до звезды подиума. Она превратилась в любимую модель и музу Кристиана Диора. Показ мод начался с шоу-представления памяти Аллы Ильчун. Известные дизайнеры одежды посвятили один наряд именитой модели. Отрадно, что девушка с казахскими корнями является всемирно известной моделью. Именно поэтому мы провели показ в честь нее. Профиль Аспара Fashion Week – это не фольклор. Мы показываем всему миру нашу культуру именно через одежду. Очень важно, чтобы национальная одежда была частью повседневной жизни, чтобы люди ее носили. В очередной день показа мод своей коллекции представили 15 известных модельеров. Дефиле по достоинству оценили приглашенные гости из Узбекистана, Индии, Туркменистана, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Италии и Франции. Очень рада посетить Казахстан и принять участие в неделе моды Аспара Fashion Week. Это еще одна замечательная возможность ощутить не только казахскую национальную культуру, стремительно завоевывающую мир, но и насладиться уникальными нарядами. 13-й сезон Аспара Fashion Week – это площадка, на которой дизайнеры могут обменяться мнениями, вдохновиться на создание новых коллекций. Я весьма благодарна своему коллеге за возможность насладиться показом мод, благодаря чему мы, дизайнеры одежды, можем поговорить о трендах высокой моды, перенять опыт и получить вдохновение. Неделя высокой моды, традиционно проводимая ежегодно и объединяющая известных дизайнеров в мире моды, на этот раз также поразила гостей и зрителей новыми коллекциями в стиле неофольклор. Основной целью проведения Аспара Fashion Week является продвижение истинных молодых талантов и совершенствование качества в сфере моды. Праздник моды, в котором приняли участие более 40 дизайнеров из разных стран мира, продолжился в течение 4 дней. Риналь Рахматуллин, Тлюка Балсаржанов, Айкын Акпарат.